Да. Всем привет. С вами Дмитрий. И это будет установка ручника на классику. Так. Тут старый я демонтировал. Еще там одно очень. Так. Вот немножко сюда. Сюда не мешался. Так. Так. Тряпочка у нас есть. Кусочек тряпочки. Вытерем кузов. Вот немножко. Еще шкаф. На химчистку я это салон съездить. Так, вот это надо будет мне. Это трос. Трос ручника. Конечно, болтики надо снять. До этого уже смазал всю резьбу. Ну, точнее, резьбу троса. Следовало. Так. Это сюда, конечно. И уточкой. Уточка. Куда ушла? Ушла. Все. Ушла, не сказал. Так. Снимаем немножко ковер. Ой, посадить. Так, минуточку. Вот так я его посадил. Вот так он выглядит тут в своем посадочном месте. Так. Теперь нужны нам инструменты. Минуточку. На паузу. Так, мы возвращаемся. Нам понадобятся наши болтики и кровера. Так, нам еще понадобится головка на 10. Обязательно. Либо вороток. Такой. А-ля механическая дрель. И удлинитель. Коротыш. Без них никак. Ну, можно подлиннее удлинитель взять и нормальную трещотку, и будет тоже кайф. Так, одеваем, берем наш болтик, шмолтик. Я встретился еще с одной проблемой. Когда мы одеваем болтик, гровер у нас немножко уходит вообще вниз. Так вот мы можем потерять гровер. Нам нельзя его терять вообще никак. Значит, как делаем? Вставляем ручник. Двумя пальцами ставим. Ой, ты куда ушел, чувак? Так. Удобно это сделать, чтобы было видно. Видно? Нет, не видно. Как-то. Если ковер поднять, тогда тут начнем. Так, почти кайф, но, блин, все равно неудобно. Вот так он должен выглядеть. Вот так. Так, мы его так слегка закрепили.
искать, чтобы можно было видеть. Так, но. Я забыл просто маску. Точнее, это литол. Ну, пофиг. Какая разница? Литол. Одно и то же. Кайфовая фигня. Смазочка. Нам тоже нужна. Так. На следующий роботик надо будет смазочку нанести. Чтобы было клево, круто и хорошо. Клево, круто и хорошо. Главное. Так, нанесли мы смазочку. Шайба начала уже держаться на болте. Это вообще супер. Точнее, кролик, не шайба. Ладно. Так. Может. Держись. Вместе держись. Так. Так, минуточку. Я его взял, немножко закрутил. Так. Я его тут закрутил. Вот тут. Все, окей, пошло. И он стал на свое место уже. Так, раз, два. И тут надо будет смазать. Точнее, вот этот надо будет смазать. Не забыть. Главное. Так. Берем наш толь, пальчик и повторяем процедуру уже с другим болтиком. Вот он, другой болтик. Мажем. Намазываем его. Здесь лучше держится, чем для... не держится. Мы его смазали и пошли крутить дальше. А куда мы его поставим? Веники-веники или в вареники? Вот сюда. Эту дырочку хочу. Только его не потерять. Свой паз не надо, вот он встал, свой паз, все. Так, теперь делаем вот это и крутим. Так,
повторяем 4 раза. Ну, на этом пока я прервусь. Да, забыл. Шплинт. А то придется вам все откручивать. Вот это место опять заново. Не забудьте этот шплинтик. Ой, блин. Ладно. Ну, пол работы опять на смарку. Придется заново его закручивать. Ладно. Давайте сделаем шплинт. Так. Ух, какие две собачки грозные пришли. Шучка. Шутка. Ладно, давайте. Делать так. Сделал я вот как. Вы можете по-другому сделать, как вам будет удобно. Мне кажется, вот так вот будет вообще супер. Ставим обратно. Наше похождение продолжается. Ой. Ладно, поехали. Опять на паузу. Или все это переделали заново из-за шплинта. Ну, можем продолжать. Дальше. Дальше нас ждет тросик. И втулочка. И сама скоба. Вот они. Они старые, да. Да. Зачищать я не стал. Но я пока не вижу смысла зачищать. Они... А, если зачищать, тогда надо будет это красить. Я сейчас красить не хочу как-то. Ладно, пойдемте дальше. Два ключа на 13. Две гайки. Сама это. Наша. На передаче, чтобы не уехал, не покатилось, не наехал. Встретился дело с проблемой. О, вот этот кронштейн надо будет откручивать, засовывать трос. Оставляем так. Пока.
Thank you.